Во-во-во! Крипер! А я кто? Я крипер! Ух ты! Деревня. Я что, в раю? О, добро пожаловать, существо. Ты попала в мир криперов. Точнее, ну, в деревню криперов. Ты крипер, я крипер, но ты крипер всего лишь микрокрипер. То есть тебе нужно эволюционировать в максимально сильного крипера, но перед этим, пройдя обучение, как бы это, обследование медицинское, ну и все вот подобающее. Да я вижу, что я микрокрипер, у меня всего 2 хп, а взрываться я умею? А, лучше не делай этого на спавне, а попытайся где-нибудь вот здесь вот. Серьезно, прямо с самого детства у меня это дано? Ну да. Так, ладно. А что нужно сделать? Поднапрячь булки, да? Ой, блин. Напрягаю булки, напрягаю! Не понял, это что, какие-то флешбеки, что ли? Кажется, я это уже добро переживала. Добро пожаловать, крипер, ты попала в мир... Блин, что я тебе еще раз буду рассказывать? Все хорошо, ты просто спавнишься там, где вот ты появилась. А, то есть каждый раз, когда я буду взрываться, я буду спавниться вот здесь, да? А, только не делай это на спавне, пожалуйста. Ладно, хорошо, а то спавна не... логично, ладно, хорошо. Я этого делать не буду. Слушайте, а расскажите, а почему я стала крипером? Я просто в прошлой жизни я была обычным игроком, а тут фух! И я почему-то переродилась как обычный крипер. Это странно, ведь я была игроком. Возможно, ты умерла от большого количества ТНТ, которое могло взорвать тебя сразу же. О, смотрите, как я бегаю прикольно. А здесь я померла, походу. Ладно, рассказывайте, а чего вы, криперы, вообще, чем вы занимаетесь целыми днями и в чем смысл моей жизни? А, ну это наш спавень, это наш деревня, это наш, как бы тебе так сказать, наш лес для медитации. Слушайте, а лес у вас кайфовый. Но это исключительно для того, чтобы там просто медитировать, то есть тебе нельзя там запрещено взрываться. А можно по секрету у вас узнать? Вот был же, например, тот крипер, который случайно там... Взорвался в этом лесу. Он превратился в свинюшку, которую убивали до конца ее жизни по 1000 червям в день. Вау. Ребята, если хотите, чтобы я стала свиньей, вы только свистните, ведь я пойду, рвану, и следующее видео будет о том, как я стала свиньей и пытаюсь выжить. Здравствуйте. Ладно, молчу. Ты никогда в жизни не станешь... будет проклятие, которое заставит тебя никогда в жизни не сможешь прикоснуться к динамиту, и он не будет взрываться от тебя. Вау, так, надо попробовать. Могу ли я сейчас прикасаться к нему? Хоп! Сейчас ты можешь. Походу не могу, не выпал мне мой динамит. Ладно, так расскажите мне, а что это? Два крипи! 3 крипи! Сундук! Пустой сундук. Ладно, не буду лазить в чужих сундуках. Это твой новый квартир. В смысле? Я серьезно тут буду жить? Ну да. Вы даже подготовили стол, где я буду снимать видосики по Майнкрафту. Вау. Правда, немножко не влезаю. Да нормально. Выходи давай. Смотри, это дальше. Тут твой дом. Справа от нас... О, кстати, пошли, я представлю тебя нашей староста. Староста? Типа, как в лагере, да? Ну, почти. Это староста нашей деревни. О, слушайте. А это нормально то, что он такой же, как и мы? Он, типа, никак вообще не выделяется. Там бороды нету седой. Ну, как бы, знаете, типа, мудрые люди всегда... Демократия, у нас тут голосование проходит раз в неделю. Меняется староста только так. Возможно, ты следующий староста. Вау, круто. Ну, если я успею вырасти до ваших размеров, то я только за. А расскажите мне, что и как, что мне нужно делать? Вот я крипер, и в чем суть моей жизни? А, ну, ты сейчас вот пришла в деревню, мы тебя обследуем. Если с тобой все хорошо, мы дадим тебе крипер-код, чтобы ты могла нормально ходить в магазины. Дальше ты тут живешь, идешь в школу, образовываешься, начинаешь качаться. И, возможно, после того, как ты прокачаешься на максимальный уровень, ты станешь эго-супер-мутант-крипер. Я, конечно, ничего не поняла, но звучит круто, хорошо. А как мне получить этот ваш крипи-код? А, ну и ты без проблем, я тебя как раз и обследую, потому что... Я если что, стану Хокаги, так что вы это особо не привыкайте к этому вашему месту, да? Потому что следующий старосты и Хокаги этого и деревни буду я. Ну, если эволюционируешь, удачи. Эй, заходи. Так, ух ты, как тут много книг, всяких зелий. Не-не-не, подойди сюда, так, мы тебя вот обследовать, да, опа. Так, и чё? А что оно пикает? Ну, смотрим, проверяем тебя на то, что сколько в тебе ТНТ. И сколько у меня ТНТ? Если... О, походу, все умирает! Нет, нормально, жива? Да, все с тобой хорошо, что ты беспокоишься? Я не знаю, просто он очень странно замурчал, так, и мне стало страшно, что дальше? Нужно взять вот этот вот маленький вакцинка, иди сюда, ага, пом. Все, хорошо, так, если вдруг руки начнут болеть, то... У меня нет рук. Обожаю эту шутку, блин, такая прикольная. Так, и встань-ка, я тебя на рентген проверю. Ладно, вот так вот встать, да? Ага, так. Примерно сравниваем, так. Ну, похож, да, похож. А боком? Похож, боком тоже похож. Похож, ты крипер.
Так я же была очевидна, я же у вас там зародилась в центре вашем, в зеленом луче. Мало ли кого приведет, мы лишний раз проверяем, крипер ты или нет. Ладно, хорошо, так. Прекрасно. А мне дали мой крипер-код? Дайте мне крипер-код, чтобы я могла ходить в магазины. А, точно, забыл тебе дать крипер-код. Да, давай. Слушайте, а мне все-таки интересно, вот что будет, если я, например, пойду и, например, вот это сделаю, да? О, кайфы, а что это я опять тут появилась? Еще, постоянно буду спавниться тут, дядя. Это вообще нормально, то, что я постоянно спавнюсь тут? А можно мне другую точку спавна какую-то? Вот тебе о. Твой крипер-код. О, крипер-код. Книга и перо. Что тут у нас? 33, 24, 52, 33. Это что? Это мой крипер-код? Это твой номер? Это офигеть, это сколько криперов? Так, погодите, это 1000? Это миллион? А, короче, ладно, в общем, я там какой-то миллионный крипер, как я поняла, да? Ну да, криперов много спавнится. Ты знала, сколько криперов вообще у нас? Ну да, много, по всему миру ходят. Спавня столько так. Слушайте, а что дальше мне нужно? Крипи-код у меня есть, а дальше что делать? Так, ну и теперь твоя самая интересная, это твоя вот, ну, школа. А, я так понимаю, все уже отучились, да? Потому что как бы криперы растут быстро, я тут одна. А, это ну нормально? И стул нам не нужен. Да, не, вот мне нужен, вот я не вижу. Я тебе буду рассказывать. Короче, так. Слушай, смотри, как тебя звать-то, кстати? А, меня зовут Фласочка. О, поздравляю, теперь тебя зовут Крип. Фаска. Крип Фаска, а можно Фласка Крипи? Ладно, Фласка Крипи, слушай меня. Ебой, а можно Флексчан? Нет. Ну ладно, хорошо. Ну рассказывайте. Так, слушай меня внимательно. Так, если ты сейчас будешь спать, я все равно сперва перед твоим лицом. Да, все, молчу, слушаю. Вы смотрите аккуратно. Я тут вижу, вон там вот в стенах немножко TNT заложен. Так что я думаю, тут плохо будет, если вы рванете, так сказать. Вот. Ты да не выпендривайся все, и не молчу, используй мои живись. Короче, слушай. Ты. Ты крипер, который. Господи, я тебя сейчас топать ударю. Все. Извините. Молчу, просто кушать хочу немножко. Ага, так, все, начинаем. А ты крипер, который смог раздеться. Молчу, слушаю. Вы что, если бы в меня попали? Ну тогда я бы тебя ваншотнул. У тебя 2 хп всего лишь, ты с одной стрелы помираешь. Это очевидно, да. Угадали. Слушайте, дядь, давайте уж поскорее, я просто не хочу учиться. Да, каким же? Так ты меня дослушай сначала. Все, слушай, давайте. Ну, время, деньги, слушай, давайте. Меня ну. Внимательно. Да. Ты крипер, который родился там 300 миллионов какой-то тысячный раз, и теперь ты должен стать сильным крипером. Все, что тебе нужно, по сути, эволюционировать вот в нас, обычного нормального крипера. Найди любого игрока, подорви его, и будет все замечательно. Ты станешь крипером, полноценным жителем этой деревни. В ней существуй как только хочешь. Но! Ты можешь стать Хокаге Крипер. Я хочу стать Хокаге Крипер. Для этого, после того, как ты найдешь игрока, взорвешь его, ты должна взорвать какого-нибудь босса в Майнкрафте. Это какой-нибудь дракон, какой-нибудь босс. Так, погодите, значит, моя цель. Первым делом я беру, взрываю игрока. Ну, нахожу игрока, взрываю игрока. Потом нахожу какого-нибудь босса. К примеру, кто у нас босс? Эндер Дракон. Например, да? Я беру, взрываю его и становлюсь Хокаге, все. Нормально, да. Проще просто. Стола, все, до свидания, я учиться больше не буду, я все знаю, пойду искать игры. Что? А как же, типа, Я сзади, дядя. Я отойти от деревни подальше. Вы хотите меня чему-то научить? А чему? Я же умею взрываться. На животных сначала попробуй, подорви его. Овцу? А мне за овцу дадут статус Хокоги? Нет, но хотя бы я буду знать, что тебя можно выпустить из деревни. Чи-ба-бах! Уйху! Я подорвалась! Теперь я могу отправиться в добрый путь, можно? Официально заявляю, ты теперь полноценный житель этой деревни, но еще не полноценный, потому что у тебя всего 2 хп. Ты маленький карлик, у тебя коротенькие ножки. Сам ты карлик, я тебе сейчас покажу, как это делается. Баба! О, это что, цепная реакция пошла? Дядя, извините за школу, вы, походу, учитель, мне очень жаль, извините. Ой, наверное, пойду я отсюда, а то ты меня тут... Ты смотришь, отстраивать будешь, я сейчас отстраиваю и взорву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так пусть он подумает, то, что я уже ушла. Так, ладно, мне надо потихоньку спуститься и найти... Твою мать, дядя, ты что сделал? О, господи, где я? Староста, здравствуйте, а что с вашим домом? Сызы довольна, а я чё? А вот и виновник всего этого, вот чё, взорвал ты меня, молодец, взорвал меня, молодец, иду. А где деревня-то? Мы немножко пощущукались и решили, мы тебя изгоняем из деревни. В смысле из деревни? Это ты, придурочный, взорвал весь храм и пошла цепная реакция. Это ты взорвал храм и пошла цепная реакция, и вообще тут ни при чём, ты меня понял? Господи, а где деревня-то? Халашар даже не взорвал меня. Все, я ухожу из вашей деревни, ну и не надо. Ну и не... жесть, тут вообще ничего нету. Походу, все деревья рванули. Ты беги за мной, придурочный, не беги за...
вот там вот и бегай, взрывай себя, а я пойду искать своего игрока. Я приду, я стану Хокаги, и ты извинишься передо мной, и вся деревня извинится. Хотя, ребята, подстава какая-то, я вообще ведь не виновата, меня же хоть подставил этот мужик. Пипец, взял и рванул. А не, ну это конечно, я это все понимаю, но вы... Нифига себе, еще и стрелы меня пуляют. Вы понимаете, в чем прикол? Мужик-то сам этот виноват, верно? Верно. А надо держать себя в руках, вот и все. Придурочный взял, рванул в храм и пошла цепная реакция. Вы придурочный, все, я пойду искать своего игрока. Найду, рвану, буду самой крутой девочкой в Майнкрафте. Деревню нашла, кайфы. О, игрок. Так, идет. Я нашла игрока, Ребята, это просто офигенно. Так, тихо, спокойно. Подумай, что было написано в пособии Крипера? В пособии Крипера говорилось, что если вы хотите взорвать игрока, то обязательно нужно уничтожить его... Спаунпоинт. Так, спаунпоинт — это его постелька. Так, значит, в этом доме есть его кровать. Наверняка он там уже поспал, и там он должен заспавниться. Значит, сейчас мы ждем, пока он выйдет. Вышел. Я быстренько сейчас пойду. Его кровать сломаю. Так, он куда-то бежит. Так, аккуратно. Обойдем сзади. Сейчас мы сзади аккуратненько обойдем. Сломаем ему кровать. Потом бахнем его. Мы должны... Тихо, он тут бегает. Так, хорошо, тогда мы давайте-ка за ним проберемся в хату. О, господи, дерево! К этому меня жизнь не готова. Так, в один блок пролезли. Вопрос, какая кровать? Тут две кровати. Ладно, и ту сломаю. Какая разница? Так, эту сломаю. Все, теперь нам надо этого игрока взять и подорвать. И тогда я стану взрослым крипером. Так, где игрок? Так, а где он? Я маленькая, незаметная. Он меня даже не увидит. Я как тень. Ой, вышел. А где кровати? Сейчас он выйдет, я его рвану. Раз, кто сломал кровать? Hello! Кайфы. Так, а где я? О, ребята, я выросла. Я стала большим крипером. У меня фул хп. Ну, вернее, как фул хп. У меня 10 сердечек. У меня, кстати, осталась розовая кровать. Так, а где? О, фига халява. Я, походу, возле этой деревни и рисанулась. Так, а вон там вот дом как раз-таки того игрока. Так, мне нужно его обследовать. Погодите-ка, там же точно нет нигде игрока. Если я второй раз его бомбану. Ой. Я вижу еще одного игрока. О, козырь. Так, погодите, ребята, а зачем мне взрывать этого игрока, если по факту я должна стать Хокаги? Для того, чтобы стать Хокаги, мне нужно не убить еще одного игрока. Бессмысленно убивать еще одного игрока. Мне нужно убить дракона. Или же какого-нибудь крутого моба. Босса. Так, а кого? Кто это может быть? Дракон. Блин, а что мне делать тогда? А что это он там бегает? Эй, слышь ты. Ричи, Привет. О, Крипел? Да. А, не трогай меня, я нормально, адекватно. Аккуратно, пацан. А ты что, знал этого мальчика? Разговаривай с Крипер, ты разговариваешь? Ну да, я умный Крипер, у меня целых 30 IQ, больше, чем у тебя. Слушай, пацан, а может быть, я тебе помогу найти твоего друга, потому что я вот тут заметила, что мой сородич подбежал и его грохнул, вот. Поэтому я не знаю, где твой друг, но если тебе нужен кто-то, кто должен помочь тебе пройти майн, ты куда смотришь? На небеса? Ну да, он там. Это сколько? Ну, это много. В общем, смотри, в чем прикол. Если ты пришел сюда, чтобы он помог тебе пройти Майнкрафт или еще что-то, я могу помочь тебе. Смотри, я крипер, я могу делать бум. Правда, я потом возрождаюсь, фиг знает где. Но, я очень полезный крипер, отвечаю. Я буду делать вообще все, что ты хочешь. В общем, ребята, у меня тактика. Использую этого нубика, чтобы он помог мне добраться до Эндер-дракона. Ибо у меня нет ручек, и сама я это сделать не смогу. Ну, прям все? Что, все? А морковку ты мне сможешь дать? Конечно, смогу, смотри. А нет, картох, погоди. О, да, смотри, могу, на, бери. Ого, ты крипер, который... Блин, я приручил только 100 крипела, блин, прикольно. Ага. Ага, это он так думает, что он меня приручил. На самом деле, я приручила его, чтобы пройти Майнкрафт. Ну что, пацан, давайте помогу. Я приручил крипела. Блин, а чем тебя кормить? О, морковкой, на морковку. Он такой глупый. Да, спасибо за морковку. Слушай, парень, давай-ка мы с тобой отправимся лучше к Эндер-дракону. Ты когда-нибудь видел Эндер-дракона? А прям мы идем к Эндер-дракону? Да, прям к нему. Ого, а как это делается? Нам нужно с тобой в ад. Ад? Да? Или Господи, отца? Слава богу, в предыдущей жизни я была игроком. Так бы я вообще без понятия, как нам попасть в ад, как нам попасть к Эндер-дракону, но благо я все это знаю. Это разговариваешь. А, я говорю сама собой, я же говорила, у меня 30 IQ. Говорила, так вот, у меня это шизофрения, я сама собой говорю. Это то есть у всех, у кого IQ больше, те у меня разговаривают сами с собой? Да. О, блин, прикольно, я умнее вас.
Уа! Так, а куда нам идти? Ну, по идее, нам с тобой нужно надыбать что? У тебя есть ведро? Нам нужно надыбать с тобой где-то лаву, точнее, найти где-то источник лавы, и мне нужно добыть ведро и воду. У тебя есть ведро? А зачем? Ну, в плане, чтобы построить портал. А зачем портал? Ну, в смысле, чтобы отправиться в ад. А в ад нас зачем? Слушай, давай меньше вопросов, просто пойдем, и я тебе все покажу. А, ну ладно, пойду. Я тебе просто... А, у тебя все готово? А ты, типа, за этими шел, Крити, чтобы пройти Майнкрафт, да? А, ну... Он, я у него вот этих стук не вчера стащил случайно и пришел вернуть. А, слушай, это то, что нам надо. Давай, кидай, кидай. А хотя зачем кидать? Просто отправляемся. Если нам туда, значит нам туда. Слушай, у тебя оружие вообще есть? Ну, да, у меня есть. Не кидай их, ты что, они ж ломаются. Лови, 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 лови. Лови, лови, лови. Ты чё? У меня целый стак. Офигеть, откуда у него столько? У кого, у меня? У Ричи было, побежали давай. Ты только аккуратно все равно, а то мало ли. Я-то тебя знаю, нубики. Вы такие эти нубики, возьмешь еще. А проворуй. Все-то меня зовут Нубовский. Нубовский, очень приятно, Нубовский. Прям как Нубовский. Все, побежали. Слушай, оружие-то у тебя есть? Топол алмазный. Ага. Ну вот, все, сами сделаешь, побежали. Ну и чё, сколько у тебя сейчас осталось у Каэнда? Три. Молодец. Благо я подбирала его оки, потому что он их тупо брал и кидал во все стороны. Побежали, господи. Но ой, чудик, ты чё? Я просто уставила пулемет. Какой пулемет? Вставляй давай. Та-та-та. Все. Ага, сейчас я тебе доставлю. Опа, 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 опа. А эту штуку можно вставить? Нет, эту штуку нельзя. Давай, 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 вперед, пацан, давай вперед. Опа, опа. Все, пойдем убивать дракона. Хочу стать Хокаге. Ой. Ого, тут что, лестница? Походу, кто-то уже пытался убить дракона. Слушай, это ты с Ричи, что ли, тут был? Ну, нет, он со своей сестрой что-то постоянно пытался делать. А, со мной. А, кажется, так я и погибла, поэтому стала крипером. Слушай, а какого фига тут по новой заспавнились все эти кристаллы? Кажется, мы с ними уже разбирались. Пацан, а у тебя нет случаем лука? А, я вижу, лук у тебя есть. Давай, стреляй тогда. Ты сможешь это сделать? А вот прям так? Да, прям так. Сможешь? Ну-ка. Ну давай, давай, пацан, я верю в тебя. О, господи, боже мой, я бы тебе помогла, пацан, но серьезно, у меня лапки, а вернее их отсутствие. Короче, ребята, я понял. Two moments later, и дай бог этот... Ой, беги, беги, не стой в этой штуке, не стой в этой штуке. Аккуратно. О. А, не уничтожил. Ну, в общем, как этот парень все уничтожит, мы с вами продолжим. Я бы ему помогла, но у меня лапки, а вернее их отсутствие, поэтому тут и бесполезно. Единственное, что я могу просто взрываться. Two hours later. В общем, этот чибрик уже вроде бы... А, господи, лоу хп, лоу хп, мне надо успеть добить, успеть. Я это сделала! Я его рванула! Так, хорошо, прекрасно. Дракона мы грохнули. Возрождаемся. О, кайфуй, кайфуй, кайфуй. Я стала Хокаге. Я победила босса, теперь я сама стала боссом. Ух, сколько у меня хп, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов хп. Вы посмотрите, какая я. О. Здорово, это ты подорвал деревню? Я, кто вы такой? Я Фласочка, которая победила игрока. А после чего победила самого крутого чувака. Или он не самый крутой. В общем, я грохнула босса дракона и сама стала боссом. Теперь я ваш Хокаге, верно? А, да, вы теперь наш Хокаге. То, как бы вам так сказать, теперь вы будете боссом, будут приходить постоянные игроки и будут вас пытаться убивать. Да вообще без Б, я только за, только перед тем, как меня кто-то попробует... А так сказать, ушатать, я хочу, чтобы вы отстроили всю нашу деревню. И я даже не знаю, изгнать тебя или нет за то, что ты все рванул. Это же ты тот самый учитель, который меня воспитывал, да? Нет. Я Джинан Сенсей. А, понятно, все-таки это он. Ребята, правосудие, выбирайте, что мне с ним делать. Изгонять из деревни, либо простить. Вот что бы вы сделали? Грубо говоря, он меня подставил, из-за него меня вышвырнули из деревни. А ведь не я взрывала тот храм, это он взорвал, и из-за этого как бы пошла цепная реакция. В общем, творите правосудие. Ну а с вами я буду прощаться. Если вам понравился видосик, обязательно ставьте свой лайкусик. Ну а я, Крипи Босс, буду ждать вас и... И кто кого?